Привет! Привет! Мы канал Кикидо, и с вами я, Камиль. Я открываю сегодня новую воду с Казумером. Всем привет! Вы на канале Кикидо, и мы сегодня с Камильчиком будем открывать интерактивную собачку. Ну что, посмотрим? Сегодня мы будем открывать вот такую игрушку. Зумер, лучший друг Бентли. Она выполняет 64 команды. Давай играть. Сделай пипи. Перевернись. Защищай. Отряхнись. Играй с хвостиком. Еще вон тут валяется и написано «Притворись мертвым». Классно, интересно как. Тебе интересно? Ну что, откроем ее? Открываем. Давай, помогай мне. Я вот сейчас крючок достану. Аккуратно. Открываем. Ух ты, какой песик. Посмотрим, что он умеет. Ну что, мы открыли нашего песика. В комплекте был у нас советы по обучению. Также такая вот карточка, и на этой карточке написано список команд. Ко мне, охраняй, я люблю тебя, голос, давай погуляем, посмотри на меня, играй с хвостом, сделай пипи, спать, сидеть, лежать и куча всяких разных команд. Сейчас мы будем его включать. Давай покажем, где у него кнопочка. Покажи. Да, у него здесь вот такая вот крышка, и вот здесь вот кнопка включить. Сейчас Каминчик нам его включит и посмотрим, что он умеет делать. Держи, включай. Включил? Закрывай крышку. Закрываем. Так, у него глазки загорелись. Камиль, смотри. Вот, желтенький. Покажи нам его. Смотрите, у нашего Бентли загорелись глазки. Вот так вот. Опа, он проснулся. Ух ты. Бентли, сидеть. В инструкции было написано, что если вы хотите дать ему команду, то надо нажать ему на головку. Вот так нажимаешь на голову, появляется вопросительный знак. Нажимаем, отпускаем. Бентли, сидеть! Молодец, молодец! Бентли, дай лапу! Дай лапу! Ой, он радуется! Держи, Каминчик! Надо нажать, чтобы у него появились вопросительные знаки. Только потом... Я нажал. Ой. Даем да. Вам? Да. И что он делает? Скажи Бентли. Тогда, Бентли. Ой. Ой. Чуть не убежал наш Бентли. Голос. Бентли. Ко мне, Бентли. Лежать. Ой. Чуть не убежал. Держи его. Ой. Держи. Ой. Сейчас. Ой. Он сейчас убежит, держи. Ой, он писает. Мы ему не давали команду писать, наверное, он разозлился. Ну что, наверное, мы нашего Бентли сейчас поставим на пол, потому что он на столе у нас долго не стоит. Он убегает от нас, и мы боимся, что он упадет. Бентли. На ноль. Ах, ты непослушный. Танцуешь? За мной. Вот. Иди. Сидеть. О. Послушный? Он слушается тебя? Давай спать. Еще. Спать. Не хочет спать? Ах, ты непослушен щенок. Дай лапу. Во, дает? Во, дает лапку, дает лапку? Да, он убегает, я все равно. Он играется с тобой. Играйся с ним. Позови его, Бетти, скажи, ко мне. Бетти, ко мне. Держи, он убегает. Держи. Поймал? Да. Нажми ему на носик и скажи, Бентли, спать. Дай ему команду спать. Спать. Бентли, спать. Все. Не хочу. Видишь, он головой машет, говорит, не хочу.
мальчик. Хороший мальчик. Бентли, я люблю тебя. О, радуется. О, переворачивается. Он переворачивается. Бентли, сидеть. Бентли, встать. Встать. Вот. Аминка, иди сюда. У нас собачка появилась. Пёсик? Да. Давай, ставь его. Сейчас братик тебе покажет, как надо командовать. Покажи, как надо командовать. Дайте ей команду. Сидеть. 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 Ой, как ты крикишь-то? Аминочка, тоже скажи, лежать. Дай лапу. Дай лапу, скажи, дай лапу. Ой, она на Аминку залезает. Она хочет с Аминкой играться. Аминка, ты за мной. За мной. Вот, иди, иди, она сейчас за тобой пойдет. Иди, все, она остановилась. Бентли, играть! Играть! Бентли, мячик лови! Куда? Видишь, куда? Видишь? Видишь?